Остались позади организационные трудности и напряженные репетиции. И вот, наконец, после нескольких месяцев невероятных усилий всего коллектива консерватории, студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы отправился в гастрольное турне по 5 крупнейшим городам Америки – Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк. Видно от концерта к концерту, от проекта к проекту, как у них мера ответственности в них вот растет. Они уже выступают не просто как студенты. Они понимают, что от их игры очень много значит мнение о Казахстане, о нашей стране, о стране высокоразвитой, с такой профессиональной исполнительской школой. Трехчасовая остановка во Франкфурте и снова в путь. Еще 11 часов в воздухе, и мы, перелетев океан, окажемся на другом континенте. Представители культуры, они являются самыми лучшими послами своих стран. Очень они часто выезжают в Европу, но нам, конечно, хотелось, чтобы они вот частичку нашей казахской культуры имели возможность показать, продемонстрировать в Соединенных Штатах Америки. Первой точкой на гастрольной карте стал Лос-Анджелес, а точнее его легендарный город-спутник. Разница во времени в 14 часов, и мы опять оказались в дне нашего отъезда из Алматы, 13 ноября. Поскольку мы летели на запад, время повернулось вспять, и мы получили подарок судьбы в виде дня отдыха и адаптации в Голливуде. После алматинского снега и начавшейся зимы приятно удивила погода на западном побережье. 22 градуса и свежий морской бриз. Если добавить к этому праздношатающуюся разноязыкую толпу на Голливудском бульваре, перемешку с персонажами из американских блокбастеров, огромное количество огней развлекательных заведений, то это верно передаст всеобщее настроение какого-то гигантского шоу бутафорской действительности, которая не покидает тебя в этом городе грез. Наш турне началось сразу с того, что мы оказались в центре Голливуда. Пальмы, зелень и новый город. Мы, конечно, полны ожиданий завтрашнего концерта. Редкая, на самом деле, возможность посмотреть город, посмотреть кинокомпанию Universal. Это вообще сказка. Ну, конечно, у меня в основном только одни мысли, как подготовиться к завтрашнему, быть готовой к завтрашнему концерту. Сейчас я еду в музыкальный магазин, в котором мне предоставили возможность заниматься столько, сколько я хочу. А музыканты перед концертом ничего другого не нужно. Oh, wonderful. Hello, welcome. Музыкальный магазин «Блютнер Касимов» основан в позапрошлом веке эмигрантом из России. А сегодня его дочь Хельга уже со своими сыновьями продолжает его дело. Поскольку фирма находится недалеко от Голливуда, многие инструменты узнаваемы. Их часто арендуют для съемок. Здесь есть даже один раритетный экземпляр 1858 года, участвовавший во многих исторических картинах. Хозяйка музыкального салона предоставила на выбор любой из них для занятий казахстанской пианистки. Вы не знаете, полей,
со мной вместе учился. Это потрясающе. Все, вот вы знаете, вот как будто границ нет. Все, одна семья. Вот Блюндер, везде Блюндер, да? И это Поли вот со мной учился. Вот так тот здесь я тоже есть от Блюндера. Свое братство есть пианистическое. Мы играем в Сабан-театре. В каком? Сабан-театр. Я даже не знаю, где такой театр. Не знаете, там на Беверли-Хиллз. Энтузиазм людей и самого концерта был превосходным. Мне очень понравилось исполнение концерта Рахманинова. Прекрасное выступление. Впечатления самые замечательные. И все американцы, наши друзья, кто здесь были, все в восторге от этого концерта. Выступление было потрясающим, и чувствовалась такая позитивная энергия. Лично мне понравился Рахманинов, и произведение Джамиля было завораживающим. В зале звучала просто замечательная музыка. Оркестр состоит из молодых студентов, поэтому исполнение концерта Рахманинова, который является трудным произведением, просто удивило меня. Это было невероятно. Спасибо за приезд. Я понимала, что мы выступали в очень сложных условиях, когда акустика, в общем, совсем негодная. И поэтому впечатление, которое мы на людей производили, оно было такое неоднозначное. Ну, вообще, все поздравляли, все были довольны, все вскакивали, вы видели, да? Но нас было плохо слышно. Причем за кулисами было лучше слышно, чем в зале. Зал очень большой и совсем не звучащий. Хотя качество было слышно. Это все только начинается. Мы обязательно должны сделать выводы для следующих концертов. Играть много концертов – это трудно. Поэтому берегите силы, будьте внимательны, настраивайтесь. На следующее утро предстоял 8-часовой автобусный переезд в Сан-Франциско. За окном пролетали бескрайные просторы Калифорнии, так напоминающие казахские степи, но только засаженные бесконечными плантациями.